Привет, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать про шлем Scorpion EXO 390. Шлем EXO 390. Материал корпуса – поликарбонат. Данная модель шлема имеет два размера скорлупы. Если вы покупаете S-ку, то это будет маленькая S-ка. Если вы покупаете L-ку, то это будет большая L-ка. В этом шлеме толщина подкладки всегда остается постоянной. Шлем EXO 390 имеет три отверстия для вентиляции. Это двухпозиционное нижнее и два двухпозиционных верхних, открыто и закрыто. Также есть заднее, скажем так, отверстие для вентиляции, через которое проходит полностью весь поток и охлаждает вас, ну, в летние жаркие дни. Внутрянка этого шлема называется Quick-Quick. Все очень просто. Данный шлем имеет дефлектор, а подкладка Quick-Quick – это дышащая, гипоаллергенная, съемная подкладка, которую можно стирать, что продлевает срок жизни вашего шлема. Визор 390 довольно стандартен. Он подготовлен под пинлок, имеет покрытие против царапин, но визор этого шлема имеет дополнительную функцию. Первая функция – это функция блокировки, и в результате чего потоком ветра ваш визор не поднимет. Вторая функция – это функция так называемой вентиляции. То есть вы можете приоткрыть визор на 3-5 мм, и он будет хорошо проветриваться в жаркие дни. Сравнив этот шлем с аналогичной моделью LS2, я могу сказать, что этот шлем выигрывает как минимум по материалу, это поликарбонат, по своей внутрянке, она более качественная, значит, она прослужит дольше. Ну и все шлемы Scorpion EXO проходят испытания в аэродинамической трубе. То есть этот шлем заведомо будет тише, чем аналогичные дешевые модели шлемов. Ну и, конечно, хочется этот шлем примерить, как говорится, на своей шкуре. Так, это что взял? О, к сожалению, взял S-очку, она мне точно не налезет, поэтому я возьму аналогичную модель 390, но размер M. Ну, что я могу сказать? Ощущения приятные. И М58 соответствует реальности, он не давит. Однако я рекомендую все-таки минут 10 посидеть в этом шлеме, почувствовать, насколько он вам комфортен. Потому что если через 10 минут начнутся какие-то там дискомфорты, то явно не ваш размер или не ваша модель шлема. А у Скорпиона, как вы знаете, есть много моделей, большой модельный ряд. Поэтому будет из чего выбрать. Про более сложные шлемы расскажу в следующий раз. Пока!